Здравствуйте! Мы приветствуем вас на канале новостей криптоиндустрии и блокчейн-технологий. Сегодня у нас две выдающиеся новости. И начнем мы с хорошей. За сутки первая криптовалюта показала рост на 17,5% до отметки в $14,750 за единицу. Ну что же, это новый рекорд, новые старты, ожидания будущих коррекций. Лидером движения является криптовалютная биржа GDEX, на которой объемы торгов и цена биткоин могут дать фору любой из других бирж. У многих инвесторов приподнятое настроение на фоне приближения рождественской недели в католическом мире. Если так пойдет и дальше, то можно ожидать тестирования порогов 18 и 20 тысяч уже в этом году. Безусловно, многое зависит от запуска фьючерсных контрактов на биткоин, которое произойдет уже через несколько дней. Именно таких новостей ждет рынок. Инвестора готовы идти с быками и дальше, но мы хотим предостеречь инвесторов в криптовалюту в том, что торговля фьючерсами имеет две стороны. Так, если торговля начнется не в зоне роста, а в зоне снижения фьючерсной цены на биткоин, то это может очень быстро вернуть рынок на прежние, более низкие позиции. Вторая значительная новость, к сожалению, испортила предновогоднее настроение многих майнеров, особенно тех, кто пользовался сервисом NiceHash, который со вчерашнего дня находится вне зоны доступа. Причиной этому стала хакерская атака, в рамках которой, по предварительной информации, было украдено криптовалюты на $60 миллионов. На своей странице в Facebook компания NiceHash обратилась к своим пользователям. Уважаемые пользователи NiceHash, к сожалению, произошел сбой безопасности, связанный с сайтом NiceHash. В настоящее время мы изучаем характер инцидента и в результате мы прекращаем все операции в течение следующих 24 часов. Важно отметить, что наша платежная система была скомпрометирована и содержимое кошелька NiceHash Bitcoin было украдено. Мы работаем над проверкой точного количества валюты. Понятно, что это вызывает глубокую озабоченность, и мы прилагаем все усилия, чтобы исправить этот вопрос в ближайшие дни. Помимо проведения нашего собственного расследования, инцидент был доведен до сведения соответствующих органов и правоохранительных органов, и мы с ними в срочном порядке сотрудничаем. Мы полностью привержены восстановлению сервиса NiceHash с наивысшими мерами безопасности при первой же возможности. Мы не могли бы существовать без наших преданных покупателей и майнеров по всему миру. Мы понимаем, что у вас будет много вопросов, и мы просим терпения и понимания, пока мы исследуем причины и находим подходящее решение для будущего службы. Мы постараемся регулярно обновлять информацию для вас, хотя полная информация о том, что произошло, пока неизвестна. Мы рекомендуем в качестве меры предосторожности изменить ваши онлайн-пароли. Мы искренне сожалеем о каких-либо неудобствах, которые могут возникнуть в связи с этим, и прилагаем все усилия, чтобы решить эту проблему как можно скорее. Известная лаборатория Касперского заявила, что из-за хакеров в 2017 году ICO-проекты потеряли более $300 миллионов. Наш эксперт Александр Русанов сегодня расскажет о нарастающих угрозах в молодом криптомире. Мощное движение, измеряемое денежной массой и ростом инвесторских ожиданий, не могло отразиться на других криптовалютах. В данном случае это просто утопило большую часть криптовалют из топ-25, потянув их вниз по направлению коррекции. Возможно, инвесторы просто выводили свои средства из этих криптовалют и вливали деньги в движение за биткоин. В то же время несколько криптовалют сопроводило успех первой, двигая синхронно вверх. Это Stellar Lumens, которая выросла на 19,27%, BitConnect на 8,21%, Monocoin на 9,59%, Stratis на рекордные 45%, Waves на 27% и Populus на 10,67%. Интересным находим одну криптовалюту, которая не вошла в топ-25, но уже занимает 27-ю позицию. Это криптовалюта Enchantium, которая выросла на 80%. Данный проект имеет благостную идею по финансированию научных разработок.
Похоже, что южнокорейский рынок криптовалют стал слишком горячим. Прежде всего для самих жителей, которые массово приняли участие в новом движении. Однозначно это дало определенный социально-экономический эффект. Поэтому власти Южной Кореи, которые ранее были открыты для инноваций, будучи либеральными в отношении криптовалютного рынка, несколько дней назад заявили о планах скорейшего регулирования работы криптовалютных бирж и введения налогов на прибыль от операций с криптовалютами. Следующим шагом стал официальный запрет ICO. А последней точкой стал отказ поддержки фьючерсных контрактов на биткоин. Как мы видим, резко меняется не только ситуация на финансовом крипторынке, но и политическое отношение может поменять свой вектор на противоположный в очень короткие сроки. Южная Корея тому яркий пример. Мы считаем, что международным трейдерам стоит обратить внимание на американский рынок и европейские торговые площадки. Неделю назад мы увидели старт кампании по привлечению средств для первой декларируемой кошерной криптовалюты от компании Bitcoin. А теперь мы видим, что и другие страны региона Ближнего Востока присоединяются к новому тренду. Так, на арену вышел United Emirates Coin – новый проект на блокчейн-платформе от специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Швейцарии. Мы считаем, что в ближайшее время это станет новым трендом, то есть мы увидим появление новых региональных криптовалют, за которыми стоят финансовые и бизнес-платформы на технологии блокчейн. Внимательный зритель может заметить, что декларируемую кошерную криптовалюту предложила команда совсем не из Израиля, а компания, зарегистрированная в Лондоне, причем большая часть специалистов этой компании – русскоговорящие. К слову, и название было выбрано почему-то не «Кошеркоин», а «Биткоен». Видно, что команда рассчитывает на получение быстрых денег и путаницу среди молодых инвесторов между «Биткоин» и «Биткоен». Мы считаем, что проекты должны быть инновационными и прежде всего нести созидательные элементы, а не просто копировать идеи и тем более не пытаться сыграть на культурных ценностях. А теперь поговорим о предстоящих событиях и конференциях по блокчейну в Украине. 15 декабря в бизнес-центре «Парус» пройдет 6-я международная конференция «Блокчейн Конференс Киев». В мероприятии примут участие 30 спикеров и ожидается более 1000 участников со всего мира. 20 декабря в концерт-клубе «Бель Этаж» состоится вручение награды BTC Award СНГ. В рамках мероприятия будут вручены награды в следующих номинациях: ICO года, криптовалютная биржа года, трейдер года, стартап года, лучший медиа года и другие. И завершаем наш выпуск анонсом других новостей. Австралийский финансовый конгломерат Commonwealth Bank of Australia выпустит облигации при помощи технологии распределенного реестра. Крупная игровая платформа Steam заявила об отказе приема биткоин-платежей из-за чрезмерной волатильности курса. О перспективах развития мусульманского блокчейна рассказал муфтий Республики Татарстан Камиль Хазрат Самигулин, озвучив партнерский банкинг и халяльные продукты. Касательно биткоин, муфтий заявил, биткоин не может являться деньгами, так как он ничем не подкреплен. Новый сервис Data Wallet, построенный на технологии блокчейн, позволит пользователям зарабатывать во время хождения по интернету. Компания Forcepoint Security обнаружила новую версию вредоносного программного обеспечения категории Троян, которая научилась атаковать криптокошельки. На зараженный компьютер загружаются библиотеки с вредоносным кодом, который похищает криптовалюту. В России рассматривается возможность введения уголовной ответственности за расчеты в криптовалюте. На данный момент это вся информация, которой мы хотели бы с вами поделиться. Мы продолжаем отслеживать для вас последние события мира криптовалют. Смотрите нас на Мост Видео ТВ, подписывайтесь на наш канал Криптомост в Ютубе, чтобы быть в курсе всего происходящего на рынке криптовалют. До встречи!